Дорогие друзья, сегодня я покажу, как же найти радужного красного. Так, подождите, респавн сделаю, не против. Это трудновато мне было. Я бродила по всему, ну, по всей карте. Самое главное, для этого не надо даже бегать по разным картам, типа снаружи или внутри. Эти все карты не нужны пока что. И вечеринка тоже. Для того, чтобы найти все-таки этого красного, красную радугу. Да, он так именно и называется. Нам надо побежать в театр. Для того, чтобы... И мы просто пробегаемся в театр. Это недолго, просто пробегаемся в театр. Кстати, играю сейчас пока что на версии 1.7.3. Она аж внизу, в левом углу экрана. Вот именно там она, вот тут находится эта версия. Пока что... И вот, я пришла вот в это местечко в театре, за кулисье. Мы забегаем сюда. Да-да-да, тут можно показаться, что ты не пройдешь, но ты пройдешь. Приближаем камеру. И забираем эту белого красного. Ну что ж, кому надо, тому и помогла. Всем удачи, всем пока.